الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سيبش الله سبحانه وتعالى في قرآنه сказал: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والله سبحانه وتعالى 12 месяцев. С того момента, когда Он сотворил небеса и землю, из них есть 4 запретных месяца. У каждого месяца есть своя особенность. И сейчас как раз, уважаемые братья, мы в одном из Ашхур-Хурум, в одном из запретных месяцев, Шахр-Ллахи-Мухаррам, запретный месяц Аллаха Субхану Ва-Та'аля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, много постился в этот месяц. И отдельно постился, когда он переселился в Медину из Мекки, увидел там кланы иудейские, кланы такие, как Бану Кайнука, Бану Надыр, Бану Курайла, увидели то, что они постятся в день Ашура, 10-й день месяца Дзульхиджа. И тогда спросил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, почему вы поститесь у ягудов, почему вы поститесь в этот день? На что они ответили: в этот день анджаллаху Муса ва каумах ва ахлака фирауна ва джунда. В этот день Аллах Субхану ва Та'аля спас Мусу алейхи салям и его народ, и уничтожил фараона и его войско. Фанахну насум шукра лиллах, и мы постимся, благодарим за это Аллаху Субхану ва Та'аля. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: нахну ахаку би Муса минкум, у нас больше прав на Мусу алейхи салям, чем у вас. И сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям: ла иништу лилкабиль ла асуман на тасиа, если я доживу до следующего года, то я и 9-й день тоже буду поститься, 9-й день месяца Мухаррам. В этом году есть разногласия в календаре. В Египте увидели в один день, в Саудии в другой день. По саудийскому календару в четверг 19 августа будет 10-й день месяца Мухаррам, день Ашура. По египетскому календарю он будет в среду. Но если мы и в среду, братья, и в четверг мы пропастимся, то альхамдулиллах мы попадем, иншаллах, неправильно будет. Потому что пророк сунна поститься, можно отдельно 10-й день поститься. Но лучше поститься 9-й день и 10-й день. Также можно поститься 10-й день, 11-й день. Также можно 3 дня, 9-й, 10-й, 11-й. Поэтому в среду, в четверг, иншаллах, прощает грехи, как сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, прошлого года. Это как первый месяц Нового года по хиджре. Прошлогодние прегрешения прощаются за один день поста в день Ашура. Давайте теперь разберем, что же это за день. Как Аллах Субхану ва Та'аля, вкратце, как Аллах Субхану ва Та'аля спас Мусу алейхи салям, как уничтожил фараона, как спас Бану Исраиль, кто такие Бану Исраиль, как они попали в Египет, как Аллах Субхану ва Та'аля спас Мусу, как уничтожил фараона. Бану Исраиль, Исраиль это Яакуб алейхи салям. Исраиль это Яакуб алейхи салям, отец Юсуфа алейхи салям. Переводится как Абдуллах, раб Аллаха. Когда история Юсуфа алейхи салям, помните, когда его братья кинули в колодец, потом его оттуда забрали, он стал со временем стал великим человеком в Египте, в Фирмусах. Пришел Яакуб алейхи салям, когда он сказал: «Ватуни ли ахликум аджмаин», приходите со всей семьей, пришел Яакуб алейхи салям со своими остальными сыновьями. И тут они начали жить, Яакуб алейхи салям, жить в Египте. А были и фалостеи из Палестины. Там даже пошло потомство. Во время правления Юсуфа алейхи салям не было там притеснения, не было зульма. Юсуфа алейхи салям все слушали, у него было положение крепкое в обществе, его слово было весомым, тяжелым. Потом проходят времена, и вдруг появляется фараон. Фараон много видов зульма у него было, много видов притеснений. Идда'аль-улухия, он сказал, что я Господь. Сказал: «Ухайдин анхару таджи мин тахти», эти реки Египта
протекает под моими ногами. Алейса ли мульку мусор, не мне ли принадлежит власть Египта? Начал возвеличивать себя и сказал на арабском мульане: я ваш великий Господь, я не знаю для вас иного Господа, помимо себя. Полюбил это Дунья, увидел это и боялся свою власть. Возвеличил себя, сказал, что и да. И видел во сне то, что мулька Муса Язур, Алияди Раджули Бенгани Исраиль, то, что его власть отнимут. Его власть уничтожится через одного мужчину из Бану Исраиль. А сам фараон он был из коптов, из основных жителей Египта. И тогда что? Он сказал, нужно убивать, резать детей. Мальчиков, которые рождаются, нужно резать их, убивать. Но они не могли жить без их силы. Ведь в Бану Исраиль у них была сила, они ремеслом занимались, они всегда такие тяжелые, трудные работы выполняли. И тогда сказали, будем год убивать мальчиков, а другой год оставлять. И вот в этот год, когда не резали, не убивали мальчиков, родился Харун алейхиссалям. В тот год, когда убивали мальчиков, родился Муса алейхиссалям. И тогда мама Муса алейхиссалям напугалась за своего ребенка, за Мусу алейхиссалям, и Аллах ей ниспослал, внушил в сердце этот аят. И этот аят, уважаемые братья, ученые, муфассиры говорят, один из великих красноречивых аятов Корана. Ни в одном языке невозможно в одном предложении, чтобы было два приказа, два запрета и два обещания. Аллах Субхану Тааля сказал: «Ва аухайна иля умми Муса ан ардии, фа иза хифти алейхи фалкихи фил ям. Ва ла тахафи ва ла тахзани, инна раддуху илейки ва джаилуху миналь мурсалин». Мы внушили в сердце мамы Моисея ан ардии, первый приказ, накорми его грудью. Второе: «Фа иза хифти алейхи фалкихи фил ям». Если пугаешься за него, боишься за своего ребенка, положи его под течением реки, в сундук. Второй приказ. Третье. Два запрета. «Ля тахафи» – не бойся. «Ля тахзани» – не печалься. И два обещания. «Инна радуху илейки» – мы тебе его вернем. «Ваджа'илюху миналь мурсалин» – и сделаем его из числа посланников. Как говорит Ибн Аббас, когда Муса алейхиссалям, мама Муса алейхиссалям положила его в сундук, когда приходили копты, войска фараона, она клала его в сундук, и была веревка. И он в реке Нил, река Нил, Нил, там он находился, они уходили, она обратно подтягивала веревку и вытаскивала его. И в один момент оборвалась эта веревка. И он уплыл, Муса алейхиссалям, будучи ребенком, по течению реки. И вот тогда Аллах Субхану ва Тааля сказал, не бойся печалиться. Утром он уплыл, вечером он уже Аллах Субхану ва Тааля вернул его к своей маме. И вдруг приплывает этот сундук к дому фараона. Фараон увидел мальчика, хотел его убить, и заучил фараон, супруга фараона, сказала: «Да тактулюху, аса ан янфа'на ау наттахидаху валада». «Не убивай его, может быть, он нам поможет, или мы его возьмем в качестве своего сына». И таким образом воспитывался в доме фараона Муса алейхиссалям. Но фараону не нравилось то, что он общался с Бану Исраиль, с детьми Якуба, то есть с этим. Ему не нравилось то, что Муса алейхиссалям любил к ним ходить, сидел с ними. И вдруг, когда один раз Муса алейхиссалям вышел утром, видел то, что двое между собой утром воюют, то есть ругаются. Был один из коптов из войска фараона, хотел заставить одного из Бану Исраиль человека, тот занимался в своем саду, она сказала: «Оставляй свои дела, иди ко мне работать, ко мне в сад работать». Тот отказался, начали драться. И тогда Муса алейхиссалям приходил и увидел это, когда люди спали, «Аля гафля, аля хина гафля», и когда все спали, и тогда فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكس موسى فقضى عليه. Тогда Муса алейхиссалям хотел разнять, помочь этому своему земляку, и ударил одного из приближенных фараона и убил его. В этот же момент он попросил Аллаха дуа. قال رب اغفر لي فغفر له. Аллах его простил тут же. Он что сказал? Инна хаза мин амали шайтан, иннаху дилл мин адуу мудилл мубин. Он сказал: это из действий шайтана, я не хотел его убить. И тогда один из Насих пришел этот советник и сказал: покидай, покидай Мусор, поистине тебя просто так не оставят, тебя убьют. И он послал в сторону Мадьян, в сторону Шама. Там увидел люди, когда дошел Фалямна Варда Мадьян, как говорится в Коране, источник воды в Мадьяне, увидел двух, как люди берут оттуда воду, увидел двух девушек. И он им помог тогда набрать воды, Муса алейхиссалям. И они вернулись к своему отцу и рассказали это. Когда одна из них сказала: «Это из Тачира,
Возьми его к себе на работу, поистине он сильный, он мощный, он надежный. И тогда она пришла, эта девушка, ее отец сказал, позови его, скажи, что я хочу его наградить за это. Там еще Алистихья. Она пошла, Алистихья застенчиво подошла к Мусе, алейсалям. Ибн Аббас сделал это всех домаяту, эта девушка застенчиво пришла, не смотрела по сторонам и сказала, инна аби яду, мой папа тебя зовет. И тогда что он сказал? Я тебя женю на одной из этих дочерей. За это, как махр, ты поработаешь, у меня будешь пасти овец. Он ему рассказал свою историю. Пасти овец 8 или 10 лет. Сам выбирай. Но однако Муса, алейсалям, как говорит Ибн Кафир, 10 лет у него поработал, пас овец. И потом взял свою семью и обратно возвращался в Египет. По дороге в Египет увидел огонь. Увидел огонь, и вот здесь началось его пророчество. Инни анасту нара, сказал своим сыном, подождите здесь, в своей семье, я увидел огонь. Ла'алля ятиму мина биқабаси, ау аджиду аля нари худа. Может быть, я уголек возьму, чтобы согреться, или этот огонь покажет мне путь в Египет. И когда подошел к огню, это было место Мукаддаси Туа. Мукаддаси Туа – это святое место, где Аллах Субхана начал разговаривать с Муса алейхи. А что сказал? وَنَخْتَرْتُكَ فَسْتَمِعْنَا إِلَّا مَا يُوحَى «О, Муса, я тебя избрал, слушай, что я тебе скажу!» Муса, алейсалям, не понял, что происходит. И тогда сказал «إِنَّنِ أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَ فَعْبُدْنِي وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» «Поистине я Аллах, нет иного Господа помимо меня, поклоняйся мне!» И сразу после поклонения, уважаемые братья, после поклонения, первое, что сказал «أَقِيمِ الصَّلَاةَ» «Читай намаз». Самое великое поклонение. После «Ля Илля Аллах» это чтение молитвы, пятикратной молитвы. Читай молитву, чтобы меня поменять. Муса, алейсалям, когда он сказал, что «Илля Илля Фирау Инна Мутаар» «Иди к фараону», он ослушался. Муса, алейсалям, знает, кто такой фараон, как он убивает людей, какой он притеснитель. Напугался «Илля Фирау» к фараону. И напугался и сказал «Каля Рабби Шарахли Садри, Ваяссир Ли Амри, Вахлю Рукнатан Милсари, Явкаву Каули». О, Аллах, раскрой мне мое сердце, мою грудь. Шахли садри, ой, сердце, облегчи мне этот путь. Вахли рухна там лисани, яфкалу каули. И развяжи мой язык, чтобы они меня понимали. То есть напугался, он знает, кто такой фараон. Как он убивает людей, какой он притеснитель, какой он тиран. И после этого попросил поддержку. И здесь, уважаемые братья, этот ая нас учит, то что даия, тот, кто призывает к Аллаху, нуждается в напарнике, нуждается в брате, который будет ему давать советы, насихаты, с кем он будет советоваться, обсуждать. Он сказал, «Ваджали вазиром мин ахли Харуна ахли». «Сделай мне друга, помощника, министра из моей семьи, моего брата Харуна». И когда Субхану ва Тааля им дал тавджиха Раббани, Аллах им направил и дал им, сказал, что нужно говорить. Посмотрите к тому человеку, который сказал, «Я ваш великий Господь, я не знаю для вас иного Господа помимо себя». На что Аллах нас сказал, «Куля ляу кавуля лейна». Скажите ему мягкое слово. Не жесткое слово, мягкое слово. Почему? «Ля'аллаху ятадаккару ау яхша». Может быть, он одумается или будет богобоязненным. «Ля'аллаху», может быть. Аллах Субхана не сказал, что точно. Может быть, да, может быть, нет. И когда он пришел к фараону, сказано, что 70 дней его не пускали к нему, к фараону. Потом он зашел и начал говорит, «Инни Расулю Рабби Аль-Алями, я посланник от Господа миров». И повторял, «Инни Расулю Рабби Аль-Алями, Инни Расулю Рабби Аль-Алями». Фараон удивился, вспомнил его, как он был маленьким, на сундуке прибыл к нему в дом, он его не убил, оставил. И этот человек говорит, «Я посланник от Господа миров». И начал фараон задавать ему вопросы. «Алямну Рабби Кафина Валида, Валабихта Фина Ми'умира Касими». Мы тебя же воспитали ребенком, не себя ли мы воспитали ребенком, ты у меня прожил здесь, во дворце, в доме. Тогда он начал еще Муса алейхиссалям говорить, «Раббуку, Раббу аль-самавати валь-ард, ва ма байнахума ин кунтум муқинин». Он Господь небес, Аллах субхана ва тааля, этой земли, если вы уверуете. Тогда фараон, «Фама Раббу аль-алямин», кто такой Господь миров? Я не знаю, какой Кто Раббу аль-алямин, кто такой Господь миров? Он еще начал говорить, «Раббукум ва Раббу адаикум валь-ард». Ваш Господь и ваших отцов. Он твой Господь, я фараон, твой создатель. И в этот момент он повернулся к своему народу и сказал, وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ. Неужели слышите, что он говорит? Слышите, что он несет, что он говорит?
Посмотрите, здесь он начал уходить от диспута. Он мог бы сказать, какой, расскажи нам про Аллаха, да? О чем он говорит? Какой Господь мертв? И потом Муса Алиса повторял, сказал, он твой Господь и Господь твоих родителей. И тогда фараон начал ему говорить, وفعلت فعلت الذي فعلت وانت من الكافرين. Помнишь то, что ты сделал здесь, на этой земле, убил такого-то, такого-то из коптов и убежал потом, не было неблагодарным. Здесь фараон начал что делать? Поднимать черную историю Муса Алиса. Поэтому часто бывает, уважаемые братья, когда с человеком общаешься, призываешь, он начинает тебе, кто-то говорит, я его призываю, он мне напоминает, помнишь, ты такой-то тогда ты был, а ты сам кем был, забыл. Субханаллах, поэтому ученые говорят, какие грехи у тебя были, никому не рассказывали. Ни близкому, ни брату, ни устазу своему. Потому что даже ты через 20 лет станешь имамом двух мечетей Харама, и тебе все равно будет кто-то напоминать, когда ты его вот так слышишь. И вот так начал фараон. Но в тот момент Муса Алиса не был пророком, не был посланником. Сейчас это не тот Муса, который был раньше. И у него не было тогда Аллаха вахи. И он попросил Аллаха прощения и простил его Аллах Субхану Та'аля. И что он сказал? فَعَلْتُ هَبِيدَنْكُ وَأَنَّ طَالِينَ. Да, я совершил этот грех, я убил его, но я тогда был заблудший тогда. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. И убежал я от вас. Почему? Потому что побоялся тебя, фараон. Ты притеснитель, ты не можешь объяснять людям, не можешь разговаривать. Ты убиваешь, ты притеснитель, ты тиран, поэтому убежал. И тогда أَوَلَا وَشْتُكُمْ обещаю ему. Муса алейхиссалям не знал, какого призвать, сказал, хочешь, я тебе покажу чудеса от Аллаха Субхану Та'аля. Тогда сказал фараон, فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Покажи, какие у тебя есть чудеса. فَالْقَعْصَادُ فَإِلَّهِيَ ذُعْدَانُ مُبِينَ وَنَزَعِيَدَهُ فَإِلَّهِيَ غَيْرَاءُ لِلنَّظِرِينَ. Кинул свой посох, и она превратилась в змею. Поднял на руку, она стала светлой, нуром. И тогда сказали люди, إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينَ. Поистине, это колдун. Начали обвинять его в колдовстве. Поэтому тогда, что фараон сказал, я тебя накажу, я тебя за это накажу, начал его пугать. Здесь ученые говорят, у него уже нету худжа. У него, когда уже не осталось у него далиля, аргументов, как с ним вести диспут, разговаривать, он прибежал к своей силе. Часто так бывает, когда человек уже не может доказывать, переходит на личности, начинает его обзывать, начинает силу принимать, потому что не может вести диспут. И тогда что сказал народ, который был рядом? Приведите самых лучших сахара, самых лучших колдунов. Из каждого города, из каждой деревни пришли сахара. Говорится, около 70 было колдунов. Перед тем, как они начали с Муса алейхиссалям разговор, спросили у фараона, нам будет награда, если мы его победим? На что фараон сказал, да, вы будете моими приближенными людьми. И тогда они сказали Муса алейхиссалям, нам кидать палки или ты кинешь? На что Муса алейхиссалям сказал, кидайте. И кинули свои, у них были большие посохи, такие были посохи, кинули, показалось то, что они превратились в ползучих змей. Но это не были змеи, а показалось. Это один из видов сихра, один из видов колдовства сихра, хьяли, когда человеку что-то кажется. Такое, как сделали нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, когда он утром просыпался, брал гусль, и Аиша радиаллаху анха говорила, не было ничего. И он ему казалось. И также здесь показалось Муса алейхиссалям и всем, но это были обычные посохи. И тогда напугался Муса алейхиссалям. Аллах Субхану ва Тааля сказал, кинь то, что в твоей руке. У него была маленькая палочка. Фаида ятылтафу ма ятыкун. А это его палочка Муса алейхиссалям превратилась в настоящую змею. И начала пожирать все вот эти вот посохи. И тогда колдуны увидели, то, что это не все. Настоящая змея маленькая, как она глотает это все. Вот эти все большие посохи. Фаурдият сахара пусажирин кааруанна наби рабби аль-аламин рабби Муса ва Харун. Сахара вот эти колдуны пали, ведь все приняли ислам, сделали саждали, сказали, мы уверовали в Господа Него, Господа Муса алейхиссалям и Харуна. Тогда фараон сказал, ааланту бихи кабля ан аазама лакум, иннаху лакабирукум аллази аллямакум ас-сихр, фаласауфа таъламун, лау кутта'на айдиякум ва арджулакум мин хилаф, ва лау саллибаннакум аджмаин. Вы уверовали в Него до тех пор, пока я вам не разрешил? Даже здесь фараон, чтобы уверовать в Аллаха, тебе нужно разрешение просить. Я порежу вам руки и ноги наискосок и повешу вас, и вы узнаете, на что они сказали, Аллах, и не боимся, мы к Аллаху вернемся.
Мы хотим, чтобы Аллах простил нас. Мы хотим, чтобы Аллах простил то, что ты нас заставлял делать в колдовство Фирауна. Ибн Аббас Раллаху анху сказал, утром эти люди были сахарат аль-фаджра, утром они были колдунами, грешниками, неверующими, к вечеру они стали шухада аль-шахидами, единобожниками. После этого, что Муса алейхи салям начал делать дава, распространял религию Аллаху субхана ва тааля. И тогда люди фараона собрались и сказали: «Аркиху Ахлама». То есть смотри, что он тут делает. Хочет он его брать, то есть оставить их в этой земле. Они хотят изгнать из этой земли народ, забрать по нему Исраил. То что нужно их, как бы, с ними их уничтожить. И тогда Аллах субхана ва тааля внушил Муса алейхи салям: وَأُحَنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِكَ عِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Тучу за вами погонится. Убегай, бери свой народ и убегай. Хотя все это время Аллах Субхану Тааля посылал аяты, знамения, 9 аят, 9 знамений. Аллах Субхану Тааля посылал саранчу, блок, Аллах Субхану Тааля посылал шеи, посылал лягушки, посылал кровь, то есть много-много знамений, но так он не уверил в Фараон. Все уже, после этого убегай, я Муса, забирай свой народ. И когда они побежали, сзади было войско Фирауна, и перед собой они увидели море. И вот это было в день Ашура. Давным-давно, уважаемые братья, до нашей эры, 10-й день месяца Мухаррама, вот это событие. Перед ним море, и его народ пугался, Муса алейхиссалям сказал: «Инна ляму дракун, нас сейчас достанут, нас сейчас поймают». И вот здесь вот, когда все причины закончились, бывает такое, когда все эти причины взял, ни одной причины уже не было. Вот тут нужно возвращаться к создателю причин, к Аллаху Субхану Тааля, делать таваккаль. Муса алейхиссалям сказал: «Калла, инна маъа Рабби сайхадин». Нет, нас не поймают, со мной мой Господь, Он нам покажет путь. И тогда Аллах Субхану Тааля сказал: «Ударь посохом по морю». 12 путей разложились друг к другу, так они видели. Муса алейхиссалям бежал, видел свой дом, 12 путей было, это море поднялось как горы, как стеклянное, прозрачное. Муса алейхиссалям пробежал. И когда фараон это увидел, قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ الَّذِي آمَنَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Я уверовал, потому что нет иного Господа, помимо того Господа, в которого уверовал Бану Исраиль. Я из мусульман, я из тех, кто покорился Аллаху Субхану ва тааля. Аллах Субхану ва тааля говорит: «Ан-ан, وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ». Только сейчас ты уверовал фараон. Только сейчас, когда увидел, все уже увидел ангела смерти, до этого ты был из тех, кто распространял нечестие на земле. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ وَلِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Мы только спасем сегодня твое тело, но не твою душу. Ты будешь знамением для тех, кто придет после тебя. Закрылось, утопил Фараона. И так вот, после этого Муса алейхиссалям и народ Муса посмотрели на Фараона, посмотрели на Фараона, где его власть. Он был Господь, он говорил: «Я ваш Господь, мне принадлежат реки Египта. Я не знаю ли иного Господа, помимо себя». Сейчас он беспомощный, лежит, умер, и все его войско. Вот это было в день Ашура. Аллах дал победу пророку Муса, алейхиссалям, спас его от фараона и уничтожил фараона и его войско. И шукран лиллахи азза ва джалля, благодарность Аллаху субхану ва тааля за это, мы должны не упустить такой шанс пропуститься в этот день Ашура. Иншаллах, в среду, 17 и 19 числа, среду и четверг, как благодарство Аллаху Субхану ва тааля. И Аллах Субхану ва тааля тем самым прощает прегрешения прошлого года. Саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Астагфируллаху ли ва лакум ва лисаир муминин ми кулли дамбин фастагфируху иннаху хуваль гафурур рахим. Ан-джаббару аль-карим. Ас-самиу ад-дуа.